Наташе 15 лет, она кандидат в мастера спорта, является победителем и призером многих международных соревнований во Франции, Италии, Венгрии, Польше, Югославии. Многократно призерка и победительница юношеских первенств Украины. Главным атрибутом борьбы дзюдо является акробатика. Сейчас Наташа покажет кувырки вперед-назад с выходом в стойку. Акробатику. Все это является неотъемлемым атрибутом подготовки юных дзюдоистов. Разминка окончена, на татами приглашается Юрий Половинкин. Учитывая то, что ковер маленький, мало места, значит, ребята попытаются произвести технику. Зацеп снутри. Это сложный прием, который оценивается японом. Еще раз бросок. Япон. Бросок упором стопой. С переходом на удержание. Сейчас она сделает с проведением болевого приема. Удержание. Переход на болевого приема. Есть. Япон. Как видите, как легко можно женщине, владея в совершенстве приемы, проводить броски. Юрий Половинкин весил 90 килограмм, Андрей Манзя 65 килограмм. Наташа борется в весовой категории 44-48 килограмм. Вот вам, пожалуйста, на лицо техника, тактика, физическая зрелость, физическое мастерство. Бросок подхват япон. Бросок подхват. Бросок с колен. Еще бросок с колен. Переворот боковой, Наташа, можно. Бросок зацеп под пятку. Боковой переворот. Достаточно.